Всем привет. Пришла посылка, значит, вот ТРВ колодки, голограмма, вот такая. При этом это Испания, так на всякий случай. Потом коробка вот так вот разваливается, можно посмотреть, может даже и вытащить то, что внутри. Вот. Так открываешь. И, в принципе, можно по одной колодке вытаскивать отсюда. Точно. Вот. Вот оно вытаскивается. При этом наклейка остается на месте. Видите, как здорово. Какая дыра. И вот я вытащил наружу колодку. Какая-то непонятная... Черная ерунда. Вот так вот интересно здесь находится. Теперь хочу спросить знатоков. Это оригинал или нет? Ну вот это вот, конечно, полоска такая мягкая, серьезная, большая. А вот диск интересно. На дисках, которые у меня сейчас... Стоят Брембо, точнее на колодках, у них нету вот прорези вообще никакой. Колодка точно такая же, но она просто цельная. А здесь прорезь под углом. Вот эта прорезь всегда забивается всякими, хуже всего, когда камнями. Тогда на диске появляется вообще, что попало. Так, теперь по поводу вот качества самого. Я не знаю, оригинал это или нет. Вы видите, как я вытащил, да? Прикольно, как я вытащил. Раз, и все, что хочешь, достаешь отсюда. Причем, оно так было порвано, я ничего не рвал. Сейчас еще одну вытащу. Вот оно все раскрывается хорошо, при этом наклеечка остается абсолютно целой. Все, можно наложить все, что хочешь. И вытащить все, что хочешь. Вот. Вытащил вторую. Пищалка, скрипелка. Даты и года я не вижу. Какой-то черная краска вокруг непонятного. Понятно из чего. Покрашены. Запах. Воняет рыбой. Как будто бы рыбой вяленой. Тоже рыба вяленая. Ну хорошо. Тут хоть есть какие-то голограммы. Наклейки всякие есть. Тут надписи какие-то такие интересные всякие. Ну и можно вытаскивать все со всех сторон. Теперь диски передние. Это колодки передние, диски передние. Тут просто скотчем заклеено и все вот. Причем очень ровно. Клеили профессионалы. Сразу видно. И вот что единственное есть на коробке. Вот типа High Carbon. Это вообще очень загадочно. High Carbon. Black Painted. Черная краска, чтоб не ржавела, как будто бы. Q2, TRV. Какой-то даже штрих-код есть. А теперь смотрите, на каком языке здесь в Германии все это написано. Приехало. Запчасти автомобильные. Вот так вот. Made in. CNCN. Это развод. А здесь запчасти автомобильные. Тоже Китай. Наверное.